С каким нетерпением жители деревни Парахонск ожидали свой обещанный подарок. Новый автомобиль МАЗ пополнил автопарк пожарного аварийно-спасательного поста номер 17 Пинского района. Машина укомплектована по последнему слову техники и была выделена из резерва министерства. По случаю такого приобретения в деревне был даже устроен большой праздничный концерт. И не случайно, ведь автомобиль здесь появился именно благодаря инициативе местных жителей, которые попросили пожарную карету у министра во время его рабочего визита в поселок. Жители населенного пункта, видя вот такое новое красивое здание, конечно же, походатайствовали перед министерством, перед министром персонально о оказании помощи, чтобы в такое здание была поставлена новая современная техника пожарная. Такое решение было принято министром. В торжественной обстановке ключи от такого важного для безопасности каждого жителя деревни автомобиля начальник областного управления МЧС Константин Шершунович передал сегодняшнему руководителю пожарного аварийно-спасательного поста номер 17. Для обеспечения пожарной безопасности очень была большая необходимость в данном автомобиле, так как имеющиеся в подразделении автомобили вывозят всего лишь 3700 тонны воды, данный автомобиль вывозит 5 тонн 800 литров. Небольшое, но серьезно укомплектованное здание аварийно-спасательного поста удалось отремонтировать благодаря местным властям. Острая необходимость была только в технике, так как пост находится в довольно большом районе. Только в Парахонске сегодня живет более 2000 человек. И самый дальний объект, который контролируют сотрудники этого пункта МЧС, находится в 25 километрах от деревни. Новый автомобиль, уверены сотрудники пожарного аварийно-спасательного поста, поможет быстро оказывать в районе необходимую помощь.